Вы даже в это не поверите. Смотрите, видите, чувак с бессмертием бегает посреди карты. Но, это же Айди Тик-Така. Аватарка Тик-Така. Ник Тик-Так. Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите очередную серию Читер Патруля. Я знаю, что вы все его очень сильно ждали, поэтому если вы наберете 8к лайков, то я обязательно выпущу продолжение, поэтому ставь лайк, подписывайся на мой канал, если ты против читеров, ну а мы начинаем. Я вам хочу сказать так, то что недавно вышли новые читы, но вы просто будете в шоке, потому что я такого никогда ранее не видел. Все, ребята, полетели. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Промокод в описании. mystandoff.ru. И первое видео, которое мне скинули, это про одного очень замечательного читера с новыми читами. Потому что я уже, ребята, очень долгое время не снимал читер патруль. Я упустил капец как много всего. Ну что ж, давайте смотреть. Игра только начинается, и сейчас будет нечто необычное. Ну, под нечто необычное я подразумеваю, что читер всех убил за полсекунды. Но, ребят, это не самое главное. Самое главное, вы сейчас будете просто в шоке. Знаете почему? Посмотрите внимательно на количество убийств и счет. 648 убийств и счет 6500. Ну, я просто даже не представляю, насколько же много опыта он получит. То есть это, ну, прям нереально жесткие читы. Я считаю, таких читеров надо избавляться. Поэтому, конечно же, этот буст ММ улетает на банановые острова. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите читера нуба. Ну а если точнее, читера нубов. Ну что же, вот он мой подписчик, у него довольно-таки крутой АКР спорт. Ничего себе, 4 наклейки, статрек, и бежит он наш первый красавчик. Мой подписчик на изичах его убивает, красавчик, но это не все. Прибегает второй красавчик и сейчас просто берет и забирает моего подписчика. Ну, ребят, ну это нормально, когда играет 4 человека в команде, и из них 2 читера. Грубо говоря, половина команды читеры. Ну, это вообще не норма. Ну, а дальше то, что вы видите, это просто какой-то сумасшедший дом. По-другому я это назвать никак не могу. Мой подписчик бежит, и тут ему навстречу прибегает парниша со спидхаком, с АИМом и, конечно, скинченджером. Но они его убивают, подбирает его АВМ Treasure Hunter, а этот парень, как ни в чем себе не бывало, берет и возрождается. Посмотрите сверху, видите, все аватарки есть, значит он жив. Просто взял и возродился. Ну, ребят, я, конечно, все понимаю, но, кажись, это не норма. И вот обратно же этот читер прибегает и убивает у этого парня. Смотрите, да. Со спидхаком прибежал, у него ник какой-то Арта Днини. А вот его, ребятки, ID. 479-1196. Пока. Ну, а теперь вопрос к моей аудитории. Ясен Пень это читер, Ясен Пень его забанят. Мне интереснее всего, как вы думаете, это действительно такое возможно, то что за 40 рублей вас могут пропустить до глобала? Ну это же бред какой-то, не? Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите новый вид читов. Вам всем интересно, давайте посмотрим более детально. Я надеюсь, что вы заметили что-то подозрительное, потому что если вы не заметили, смотрите внимание на мой палец и посмотрите на ID этого парня. В новом виде читов появилась возможность менять ID на любое, какое вы захотите. Ну это, кажись, ну это вообще прибор. Я, конечно, извиняюсь, но это вообще сверх наглости. То есть, чтобы вы убедились, что это читер, прямо сейчас мы перейдем на аккаунт этого парня. Смотрите, вот, видите, видео переходит. А уже, когда вы переходите в профиль, то тут уже показывается нормальный ID. И, конечно же, дружище, 753-64-64-8. Ты, конечно же, получишь бан, потому что ты используешь читы на смену ID в игре. Это запрещено. И плюс у него скинченджер. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, подбираемся к самому интересному, потому что это новый вид читов. Вы еще будете просто в шоке. Вы даже в это не поверите. Смотрите, видите, чувак с бессмертием бегает посреди карты. Но, это же ID Тик-Така. Аватарка Тик-Така. Ник Тик-Так. И это же Тик-Так получается или как? Честно говоря, я тоже вначале подумал, что это за бред. Изменил свое ID на ID Тик-Така и решил подставить Тик-Така. Ребят, не верьте никогда. Если вы видите Тик-Така с щитами и знаете, это подстава. И на самом деле Тик-Так не читер. Вот смотрите, сейчас вы видите реальное ID. Смотрите, вот это вот реальное ID. 754-35-774. И еще и КД-68. Я просто в шоке. И получается, так можно забанить любого человека просто так. Просто ты можешь поставить ID кента, скинуть в группу стендов 2, и все, меня могут забанить или как? Ну, ребят, конечно же, это не норма. Давайте еще посмотрим немножко на этого читера. Вот, смотрите, вот. Читер с бессмертием бегает. Ну, посмотрите на вот это. Вот,
Я просто в шоке. До чего эволюционировали читы? Как такое возможно? Но, ребят, самое главное то, что мы знаем настоящий ID. И это ни в коем случае не тик-так. На самом деле это читер, который решил его подставить. И так могут подставить совершенно любого человека. Поэтому будьте внимательны. Ну а сейчас будет мой любимый тип читеров. Это те, которые только недавно создали аккаунт. Вот прикинь, он создал аккаунт, старался, прокачивал его. Да, хоть читами, но он все равно тратил время. Ну и прямо сейчас этого красавчика, конечно же, мы забаним. Ник у него Г, также у него флаг Украины. Ну что же, ID 722-89147. Давай, до свидания. Также меня очень сильно напрягают вот такие вот читеры. Знаете почему? Да потому что у чувака в руках нож-бабочка, он с ножа бабочки стреляет, отображается как будто AOM Treasure Hunter. Это тоже новый вид читов. И конечно же этого парня тоже надо забанить, потому что негоже так делать. Чувак, думаю, ты с ножом бежишь. Да, представьте, вы видите противника с ножом, а он вас убивает с AOM Treasure Hunter. Я представляю вашу реакцию. И еще, скорее всего, через стенку убивает. Ну вообще обалдеть. ID 751-146-19. Ребята, извините за плохое качество, но сейчас будет немножко получше. Смотрите, короче, что мы видим? Мой подписчик умер от китайского читера. В принципе, ничего необычного. 563-29565. Надеюсь, никто не будет писать в комментариях, как обычно, что это обычный прострел. И, ребята, большая к вам просьба. Если вы увидели читера в вашей команде, кикайте его, пожалуйста. Ну что же, мои дорогие друзья, с вами был ваш Кент АПК, убийца всех читеров. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если против читеров. Ну и, конечно же, присылайте новых читеров мне в ВК. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи, всем пока.